Видишь? Ой, видишь. Мартин, вот динозаврики, смотри. Видишь, вот? Вот, вот динозаврик, вот. Марсел, смотри, а вот сова летит. Не главный вход. Смотри, сова летит. Пошли, ну-ка посмотрим. Пойдем посмотрим. Ой, как красиво! Красиво, дача? Сюда идите, Марсел. Пошли елочку посмотрим. Вон елочка главная. Вот. А, что? Нет, пошли, ну-ка посмотрим. Идите к елочке. Идите к елочке, скорее. Тут и наверху. Пошли, ну-ка, к главной елочке. Пошли посмотрим, что там. Пошли. Потолок ты видишь? Скорей к елочке, Мартин. Да, к елочке, быстро к елочке. Во, Мартин, наверху смотри. Ты видишь, какие часы? Вон, наверху. Тик-так. Кто-то такой! Это супергерой какой-то! С Новым годом! С Новым 2018 годом! Всем привет! Очень красиво. Олени какие красивые. Видишь? Дед Мороз на санках едет, на оленях, прям к нам. И часики стучат. Видишь? Видела, какие часики, Марсел? Дача, ручку давай мне. Иди к папе. Хорошо, если они же бульки купят. Московский детский мир. Март, иди смотри. Иди, Март. Подойди, ты что, боишься, что ли? Боится, похоже. Никого не боится. Молодец, хорошо. Не боится. Потеснимся. Давай еще чуть вперед. Паровозик. Тут наверху знаешь, что еще есть? Музей. Чего? Музей игрушек Советского Союза. Ой.
А смотри часы отсюда, как хорошо видны. Видишь, Марсел? И олени хорошо видны. Только Мартин хорошо видны. Клуб. Все, пошли. Вот динозавры тоже, Мартин, видишь? А вы два. Нет, не вместе. Игрушки, игрушки, Март. Посмотри. Вот это да. Нравится? Это игрушечный. Смотри какой. Видишь? Это... Ты испугалась, Марсел? Да. Да? Ну пошли. Смотри. Ты видишь, когда мы подходим, он начинает шевелиться. Это из пластмассы сделано. Он с места не может стронуться. Он только вот так вот на месте стоит. Пошли вот этого посмотрим. Вот смотри, это анкилозавр, вот смотрели. А вот это пахицефалозавр. Посмотри, какой. Посмотри, глаза. И лапкой шевелит, видишь? Да. Здорово. Маленький, да? Ну почему маленький? Маленький. Маленький. Большой. Пошли. Это не настоящий же, Марс. Это же игрушка. У вас же дома тоже есть. Тут думаешь, что это большой, тут маленький. Пойдем. Пойдем. Ты же хотела. Он добрый. А ты же еще хотела. Подожди, я попробую. Она тоже пойдет. А вот здесь, а смотри, видишь, они траву кушают, Марсел. Видишь? Ты же хотела динозавры, динозавры. Вот такие большие были. Они выше деревьев. И они кушали травку. Но сейчас, ты же знаешь, их нету. Они все вымерли. Много-много-много миллионов лет назад. 60 миллионов лет назад вымерли динозавры. А раньше на Земле были вот такие огромные. Пойдем. Сейчас мы подойдем, он тоже начнет шевелиться, ты не бойся. Ну-ка, динозавр, покажи нам, что ты умеешь. Разговаривает, видишь? Я так не боюсь, когда они разговаривают. Так не боишься? Пошли? Пойдем в зал, посмотрим. Это вот кино про динозавров. Хотите посмотреть? Да. Это была теплая белка. Нет, не кусают. В утробе матери и даже процесс рождения. Будучи неспособными выбраться из воды для того, чтобы отложить яйца, ихтиозавры рождали. Они вымерли. На высокую приспособленность к морской. Пошли дальше посмотрим. Пойдем. А Маш тут спрятался за папой. Вот, сейчас это тоже начнет шевелиться.
Не бойся, он сейчас будет разговаривать с нами. Привет! Как у тебя дела? Вот сюда остановись, я тебя сейчас сниму вот так. Привет! Привет! Как у тебя дела? Ты классный! А вот этот, видишь, лежит вот там. Зажрали. Встань, Марсел. Остановись, не бойся. Боишься? Ну привет, чудовище, привет. Что ты нам расскажешь? Кричать, да, не бойся. Он же не настоящий. Ты же хотела посмотреть? Вот еще большой. Иди, Масянь. Иди, и маленькие динозаврики здесь. Иди. Смотри. Видишь? Иди, динозавры. Не хотят. Может, они еще не умеют? Вот, мамочка, видишь, волнуется за своих динозавриков больших, маленьких. Если ты к нему подойдешь, он сразу там. А иди вот еще, Марсела. Сейчас это тоже будет разговаривать. Вон, видишь, головой шевелит? Видишь? Боишься? Пошли, ну-ка дальше посмотрим. Микрораптор. Пошли дальше. Иди, Марсел, смотри вот еще. Масянь, ближе встань вот сюда, я тебя сниму. Ну не бойся. Марсел, не бойся. Он же, ты видишь, он не может оттуда сойти. Это же не настоящий. Сними, я хочу тебя в видео. Вот туда, вот встань вот сюда. Смотри, какой большой. Вот это пасть. Привет, динозавр. Иди за стол, сядь. Вот здесь я хочу тебя сфотографировать. Вот сюда встань, вот сюда. Вот здесь встань. Ко мне повернись. Не, вот сюда встань. Вот так. Все, повернись ко мне. На меня смотри. А смотри. Это птера. Тиранодон. Динозавр. А смотри, вот этот какой огромный, Марсел, смотри.
Вот этот разговаривает, видишь? Простите, но на технику вашу нельзя. У нас коммерческая. А братика как зовут? Мартин? А выход где? Мартин, выйди, пожалуйста. Пока, динозавр! Мы еще придем? Марсел! Смотри! Мы еще придем к тебе, динозавр! Пока! Посмотрите, как здесь красиво. Марсело, ух ты, вот туда где-нибудь, чтобы это видеть. Марсело, вот сюда иди. По кругу вот так пойдем. Посмотри, как красиво. Да? Марсело, иди сюда. Сейчас. Я вот это хочу снять. Пойдем. Ресторан «Грабли». Так, ну что, пойдем? Да, пошли. Да. Так, ну, надо это. Thank you.
Угу. На первом. Иди ты тоже. Марселя, иди. Пошли, Март. Ну что, когда же она определит? Там была. Это повторять надо танцы. Иди, Марсел. Смотри, какое дерево огромное. А смотри, иди вон к кролику. Марсел, вон, посмотри на дереве, в дупле кролик сидит. Видишь? А вон наверху Алиса сидит и читает книжку. Видишь, Марсел? Там, может, не здесь, наверное, цвета выбирать. Выбирай цвет. Подожди, Марк, подожди. Я хочу красный. Быстрее, нажми. А теперь что делать с этим? А теперь, подожди, а теперь раскрашивай. Не, вы белый выбрали. Подожди, красный хочешь? Да, красный. Подожди, подожди. Выбрали, а теперь вот это. А ну сейчас попробуем. Нет, цвет не выбрали. Не, вот выбрали. А ну. Подожди, подожди, сейчас все будет. А вот так. Давай, а ну попробуем. Девочка, покажи. А, вот что-то получается. Здорово, да? Надо же, раскраска. Какая интересная. Ну, давай, разукрашивай. А там пойдем, пойдем посмотрим, что? Вот здесь? Оттуда самое. А здесь кролики, Алиса. Ты принцесса? Мар, ты садишься? Пошли. Пошли.
Пойдем. Здравствуйте. Пойдем туда. Пойдем туда. Пойдем туда. Пошли жирафа посмотрим. А вот зайчики какие, Масянь, смотри. Давай руку. Не сделано. Вот, вот, вот они, вот они, Марсон, вот. Скорее, 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 мы восходим по всему этому. Мишу тоже можно? Иди, Марсин. Миша, вы тоже. Но он не хочет, ладно. Марта, не здесь фотографируйся. Ну, пожалуйста, иди к Марселе. Ну, он не хочет, боится. Она тоже с подозрением стоит. Спасибо большое. Спасибо большое. Давай. Марта, Марта, ну, сама, столько подойдет. А вот сюда какая? Хорошо, давайте. А, подожди. Или как правильно? Марсела, Марсела, ну правильно. Ну что ж, друзья, в преддверии Нового года... Что... Смотри, Мартин, вы это смотрите? Елочка. Да. Да, конечно, что, снимать, фотографировать, я не возьму, что делать. Вот, в преддверии Нового года нужно дарить всем радость. А особенно не забывайте про своих близких и друзей. Ну, чтобы дарить им подарки как можно больше. Даже если кто-то не слушался в этом году, ничего страшного. Если вы ему подарите подарок или ей, то обязательно в следующем году он будет слушаться, будет радоваться и захочет еще лучше подарок. Поэтому, ну, самое главное, ходите друг к другу, поздравляйте друг друга. Но 31-го лучше не звоните в 12:00, потому что связь будет перегружена, но и навряд ли кто-то куда-то дозвонится. Придет на самолете, лучше лететь к родственникам. Но если они живут на Северном полюсе, и там холодно, ну, ничего страшного, вы можете по скайпу поговорить. Ой, что-то я заговорился. Ну, в общем, с наступающим Новым годом. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Это, в общем, на пятом этаже вот там. Все. Итак, всем привет! Елки начинают играть. Все побегаем к большой елке. Играть будем с маленькими елками. Будем веселиться, играть и будем знакомиться. Давайте все сюда, к большой елке, а вам машет маленькая елка. Машет, машет левой рукой, машет, машет правой рукой. Все сюда. Это значит, что мы здесь снова с вами встретимся, поэтому идите на мой голос. А мой голос находится возле большой и шикарной елки. И еще две елки шикарные рядышком. Поэтому всех ждем самых маленьких, поехали, самых активных, самых веселых. А смотри, принцесса здесь какая, Марсела.
Марсел, это кто? На парковку. Пока, динозавры.